Ну что, это все твои последние подарки? Да. Все? Да. Больше ничего не будет? Нет. Почему? Не знаю. У тебя Дед Мороз ничего не принес? Ну, больше ничего. Она Новый год получала? Да. Получила. Много? Да. Понятно. Ань, привет, как отдыхала? Привет, хорошо отдыхала. Пока ты отдыхала, тебе передали подарок. Мне? Подарок? Давай. На, держи. Спасибо. Кружка такая классная. Из нее можно пить лимонад или разные другие напитки. Медвежонок. О, где у него находится эта кнопочка? Интересно, кнопочка. О, еще один стакан. Интересно. А тут уже самое интересное. А, итак, мы будем открывать такую коробку. Так. Что же, какие же интересные штучки попались? Первая игрушка. Леденец. На, ну, палочка такая, леденец. С таким интересным. Следующий это вот такой футбольный мяч. Он с тремя цветами. Это красный, черный и белый. Так. Следующая игрушка у нас. Вот такой грузовичок, который везет подарки. Он сделан как реальный грузовик, но сделан миниатюрным, в таком размере. Ну да, прикольный грузовик. Очень классный. Его на елку, да, повешаем потом? Да, все игрушки надо вешать на елку. Специально предназначенные. Ну, можно его поставить, мне кажется, тоже. Понравились? Да, очень. Это последние подарки в этом году? Да. Все уже на Новый год, да, получила? Да. Ну, прикольно, да, игрушки? Да.